С сахарным диабетом обсуждали сегодня в Москве в ходе видеоконференции окружных и региональных эндокринологов. Она прошла в Национальном медицинском исследовательском центре с участием главы Минздрава Михаила Мурашко. Министр также осмотрел основной стационар центра, пообщался с пациентами и персоналом. Врачам, которым приходится работать в условиях пандемии, Мурашко выразил особую признательность. Дорогие друзья, я хотел просто коллективу вручить благодарность Министерству здравоохранения за оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Пусть это дополнит. Спасибо.